Добрый день, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня у нас тема саженцы из агромаркета. Мы весной заказали в апреле саженцы на 8000 гривен. Это были плодовые деревья, это были розы, кусты, малина и саженцы винограда. И вот первое, что хотела вам рассказать, показать. Видите, груша. Видно, да, вам? На этикетке груша. Тут даже написано, какая груша. Далисан, осенний сорт, средний сорт, дозревание. А листья, вот посмотрите внимательно. Ну, как-то вообще не грушовые листья. А листья шелковицы. Вот так вот. Пришла нам шелковица. Яблони принялись. Вот яблони здесь слева. Принялись как бы все. Нормально, все хорошо. Ну, из негатива, конечно, из грустного пойдемте. Саженец пришел инжира. Вот он такой маленький, но он живой. Да, здесь у нас хурма должна быть. Видите, были почечки или их не было. Ну, в общем, она так и не распустилась. Она не принялась. Вот там черешня, она тоже не принялась. Так, пойдемте. Здесь у меня хурма. Персики. Персики. Вот они такие. Вообще персики не подходили. Ну, сухой. Из 5 персиков, получается, принялось только 2. Пойдемте, я вам покажу. Тут кукурузка, смотрим. Вот, ребят, кукурузка. Так, малина. Малина тоже вот такие вот. Сухая, в общем, она не принялась. Вот. Принялось только 2 саженца. Вот будет малина. Только 2 саженца. Все остальные... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 саженцев не приелись. Кусты. Здесь у меня голубика. Голубика отлично растет, себя чувствует. Голубика будет. Вот такие кусты голубики. Пойдемте, я вам покажу. Видите, такие розочки. Слабенькие, конечно, даем подсолнечник делать. Вот одна единственная, самая лучшая. Королева сада. Вот такая вот роза. Это самая лучшая роза из того, что пришло из агромаркета. С посылкой мы, так сказать, не очень довольны. Вот, черешня у нас. Смотрите, какая у нас черешня, но уже ее нету. Видно что-то там, да? Вот черешня наша. Ягод мало. Все внесли в скворцы. А вот листья груши. Ну просто, видите, ну груша совершенно же не такая, как нам пришла. Поэтому не рекомендую заказывать что-либо на агромаркете в связи с тем, что не все саженцы принимаются. Но это, в принципе, не важно, где бы мы их купили. Мы думали... Если закажем в интернете, такой как бы серьезный магазин большой, то они действительно придут, будут соответствовать сорта тому, что наименованию, ну как бы тому, что пишут описанию. Но они не соответствуют, как выяснилось, вот первый год. Но когда будет еще урожай, хотелось бы, чтобы соответствовали сорта. На рынке не покупали, потому что думали, что на рынке там обманут. Или был какой-то уже опыт, что тоже сорта оказывались не те, которые... Но хотя бы деревца оказывались, если это абрикос, то это был абрикос. Если это груша, то это груша. Вот, поэтому рекомендовать агромаркет, ну, не хочется. И розы тоже, саженцы, многие не, ну, не принялись, просто не принялись. Может быть, дело это, что мы как-то неправильно посадили. Хотя старались по книжке садить. Мы садили вместе с мужем, садили по книжке, все делали как бы... Как пишет книжка. Ну, вот такой вот результат. Ну, в принципе, все. Всем хорошего дня, всем пока.